горячая. Привет-привет! Сегодня я в лучшем месте Новосибирска в термальном комплексе. Это то самое место, которое создано только для релакса. Здесь множество бассейнов, бань, саун, джакузи и других программ. Поехали! Нам выдали по браслету. Это ключ от кабинки. И с собой в зал я беру такой футляр, чтобы телефон не промок. И для того, чтобы открыть, нужно приложить. И вуаля! Время 12 дня, народу еще немного. Эта зона на улице состоит из двух бассейнов, конечно же, с подогревом, температура в одном из которых около 40 градусов. То есть вода горячая и выход на улицу есть даже зимой. Вода здесь горячая! Идем дальше. После горячего бассейна мы пошли куда? Кушать. Это кафе на территории со шведским столом, за который ты будешь обязан потом заплатить. На двоих мы взяли борщ, два сырных супа, котлету с пюре или пюре с котлетой, фетучини с курицей, какую-то выпечку и салат из свеклы. Супов много, сухариков тоже должно быть много. Сколько сухариков в супе у меня и сколько у него. Сейчас покажу вам зону релакса. Здесь готовят так называемое тайское мороженое, только 150 раз медленнее. Но такое же вкусное, проверенное, с нутеллой огонь. Мороженое нам приготовили только через 30 минут. Настолько много здесь заказов. Мы выходим из зоны аква в зону бани, и здесь нужно пройти через турникет. Это одна из саун, где можно нанести грязь, маску, поскрабиться, то здесь же смыться и погреться. Здесь же и снег, и купели с ледяной водой. Джакузи с массажем в рабочее время выглядит именно так.
Здесь же, кстати, можно распивать чаёк в неограниченном количестве, травяной, с чабрецом, каркаде и фруктовый. Пляжные зоны, веранды, конечно, прекрасны, но не в такую погоду. Уша с холодной водой, кстати, очень бодрит. Тоже испробовано. Здесь в помещении есть еще огромный бассейн и с течением, и с напорами, и с массажами, но после горячего на улице уже ничто так не интересно. Поэтому все свое время я провела в горячем бассейне, в саунах с банями и в кафешке. Это еще одна зона, одна из программ которой флотинг. Здесь в течение 30 минут мы лежали в соленой воде и ловили состояние невесомости. И кто бы мне сказал, что еще час после этих процедур я ходила вот так.